Всем привет! Они остаём! Дэвилс Рок Бэнд! Я драмер Коля, самый ломальщик палок в этом коллективе. Меня зовут Алексей, бас-гитара. Я вокалист, и меня зовут Ричард. Играю в группе Дэвилс Рок Бэнд на настоящей деревянной гитаре. Дэвилс Рок Бэнд! Мы играем new metal. Old metal, это new metal. Здесь такая шикарная публика. Публика отрывается все время. Ну, каждый день утром мы приезжаем, идем в мейкап, красят нас. 3 или 4 сета в день мы играем. Очень прикольные мейкапы. У нас новая практика. Мейкап! И эта практика произошла в Корее. И довольны своей формой. Прямо сейчас я готовлюсь к шоу. Прикольные черные брови, смотрите, раз. На этих местах кто? Ну, конечно, на первом месте у нас гитарист. У него самый лучший прикид. И потому его красить последнего. А мне больше подобается. Очень хорошие звери. Силы, конечно, есть. Жечь людей сегодня. Давать огонь, fire. Вот здесь обитают Devil's Rock Band. Тюб, смотрите, это моя мега-курточка. Штаны, которые я одеваю. Бачите, шипы одного нема, десь губил. Короче, это моя одежда. Мы идем на шоу. Rock and roll. Yeah. Конечно, мы смотрим на это с удовольствием, потому что мы рады, что люди рады. Я себя ощущаю, конечно, немножко полежать и отдохнуть. 4 дня энергии, ну, немножко надо отдохнуть. А так, в общем, что у нас удалось. Такого еще здесь не было, когда мы после шоу отработали. Я там со всеми прощаюсь, и девушка где-то там берет и так целует. Что это такое? Это такое интересное шоу у нас такое. Ностальгические ощущения. Мне хочется уезжать домой. И снова я. Эверленд – это большая сказка. Все, что можно сказать про Эверленд. Это сказочное место. И все, что здесь – это сказка. Devil's Rock!